Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ребят, сегодня будет коротенькая такая серия у нас, потому что время, во-первых, очень поздно, я уставший, с работы пришел. Естественно, видосика не будет сегодня, завтра не будет. Точнее, завтра он будет, но завтра уже будет у нас понедельник. Я после работы попробую, ребята, все выложить, то есть выложу две серии до буста, потом, наверное, не до буст выложу. В общем, посмотрим. Блин, я что-то себя так хреново чувствую. Устаю дичайше, ребят. Дичайше. Поэтому, кто пишет, Рэй, почему так мало видосов и так редко выходит. Знаете просто, ребят, что я уже как выжатый лимон. Просто. Выходные у меня тренировки. В будни у меня работа. То есть практически времени не остается, чтобы там что-то позаниматься. Но, тем не менее, я стараюсь, ребят, как-то что-то разнообразить. Не очень хорошо. Летом намного все бодрее, ребят, намного бодрее. Ну, лето, оно и лето. И энергии, как говорится, дофигища. И есть силы и желания. Сейчас что-то вообще, как, знаешь, сонное царство, так скажем. Дичайшая вялость, усталость и тому подобное. Так, ну ладно, ребят, это было предисловие. Так, что мы сейчас с тобой? Нам нужно дойти до Лиги Мастеров. Ну, нам нужно с тобой, мы уже подсчитывали, 5 всего лишь этих 5 платиновых осколков для того, чтобы нам перевести и, кстати, да, и вот как вот я вот там буду, чтобы вы голосовали. А для того, чтобы вы проголосовали, мне нужно серию ту предыдущую выложить. Блин, ну это трындец какой-то получается. Я не знаю, мне, может быть, попробовать перед работой как-то выложить серию. Но это опять же, ребята, ты же встаешь в 4 утра, пока умылся, пока побрился, пока 5-10, уже 5 часов. Уже надо выходить. Нет, вру. Выхожу я в 6 часу, ребят. Иду на остановку, на автобус. Вот. А до этого умылся, побрился, покушал, чуть-чуть полежал, чтобы, ну, как бы, не сразу же, как говорится, желудок это и поскакал по делам. Нет, надо, чтобы немножко утрамбовалось, все. И уже после идешь. Ну, опять же, ребят, скажите, а почему ты не можешь в этот момент? В этот момент лучше полежать, а это надо сидеть. Понимаешь? Вот, такая вот лень. С утра вообще лень, башка ничего не варит. Какая-то апатия. А сегодня, например, я вообще, ребят, вот лег в 10 часов вечера, лег спать. И встал в 4 утра. И я даже не уснул, я просто тупо пролежал с закрытыми глазами. Меня вот это прям выбесило, ребят. Просто пролежать хреновую тучу времени с закрытыми глазами. Прийти на работу, и под конец смены меня так начало рубить. Зевота, слабость. Тут еще начал, спина еще начала болеть, потому что кресло, в котором я сижу, оно такое, не очень, так скажем, удобное, блин. В общем, жесть. Так что, как-то так. Ребят, ну что, мы с вами уже в Лиге Сёгунов «Одна звезда». Может быть, сейчас, конечно, мы перейдем до... дойдем до двух звездочек. Я даже, наверное, ребят, не буду сегодня эти олухи. Хоть и хотел, но, наверное, не буду снимать олухов сегодня. Потому что все равно, пока события там нету. Я знаю, что мы с тобой должны были сегодня получить второй пак вождя. Ну и бог с ним. Давай как-нибудь в другой раз. А завтра у меня будет выходной. Ну как выходной? Ну да, выходной. Будет выходной. Не завтра, а послезавтра. Завтра у меня рабочая смена, послезавтра у меня будет выходной. И послезавтра мне уже надо будет идти опять в ночь работать. А сейчас еще такая трабла, ребята. Я сейчас работаю за человечка. Человечек ушел на больничный, я сейчас за него работаю. Блин, ненавижу, когда не на своем месте работаешь, блин. Просто угнетает. Ну, деваться некуда, понимаете. Ну, некому работать. Надо, вот надо работать. Такая вот система.
у нас. Вот. Что еще? Да, ребята, отпуск у меня все-таки подписан на май. В мае я иду в отпуск, но я, честно говоря, я не хочу в мае идти в отпуск. Я хочу идти, наверное, в сентябре. Или в июле, или в августе даже лучше. Ну, где-то вот в этих вот, в этих месяцах. В мае не хочу я, потому что в мае уже последние разы, точнее, очень часто ходил. И если куда-то ехать на море, на юг, в мае еще прохладно. Море холодное. В деревне только начинает, извини меня, только лишь, как тебе объяснить, ну, только начинают все там сажать, землю там пахать, вот это вот, подготавливаться, короче, к урожайному сезону. Поэтому май мне не очень в этом плане импонирует. Лучше июнь-июль, ребята, на югах это жесть в эти месяца. Июнь-июль-август. На юг надо вот октябрь-сентябрь, вот это да. Ну, по крайней мере, для меня. Для северного человека. Там, да. Будет круто, потому что море уже теплое будет, да. Уже все будет созревшее, соспевшее. Фрукты, как говорится, овощи, все. Все наше. И народу уже будет не так много, потому что детишки обычно уезжают оттуда рано, потому что им в сентябре в школу идти надо, да. Поэтому родители, соответственно, их забирают оттуда. С югов. И там становится как-то немножко поспокойнее. Вот. Поэтому где-то, наверное, в сентябре, в октябре, вот это вот самое то. В загранку куда-то сейчас ехать, ребята, тоже я не вижу смысла. Во-первых, вы ценники видели, какие сейчас? В Турцию там, например, на 2 недели. Да и тоже ехать туда, знаешь ли, сейчас такое нестабильное время, ребят, что даже боязно ехать куда-то. Лучше просидеть дома, да? Перед телевизором, ё-моё, нажравшись булочек. Нет, шучу, конечно. Булочки мы жрать не будем. Вот. Но отдыхать будем точно. Отдыхать это мы могём. Так, ребят, ну что, у нас получается, что, пока мы идем с вами все идеально ровно, ни одного проигрыша у нас не было, и мы с вами, да, переходим в Лигу Сёгунов 2 звезды. Конечно, было бы идеально сегодня дойти до 3 звездочек, но тут уж, как говорится, бабуля надвое сказала, да, если внучек тебе дано, то так оно и будет, если не дано, хоть ты расшибись, ничего у тебя не выйдет. Так что давай посмотрим. Ну, это, ребят, если даже по 10 ступенек брать, это 10... Это 10 поединков нам нужно сделать. 10 поединков умножаем на... Это 10 откатов, в худшем случае 20 откатов. Ну, мы берем лучший случай, потому что пока требуется один откат. Да, приблизительно 10 ступенек мы с тобой пробегаем. То есть... Это не самый лучший вариант. Нет, ребят, не, какой мы идем? У нас осталось там персонажей 20. Не-не. Вариантов нету. Да и фиг с ним. Если честно, ребята, мы и так слишком... Не то, что слишком, мы с вами и так очень много занимали топчиков, что можно хоть когда-нибудь, блин, его и не занять. Верно? Вот. Еще многие пишут про ПВЗ, чтобы я снял. Ребят, тоже ПВЗ. Ну, в ПВЗ надо с камерой, ребята, понимаете? А чтобы с камерой, ты должен, ну, не с кислой миной сидеть, как сейчас. У меня кислая мина. Просто глаза закрываются. Я спать хочу. Я сейчас вот серию, ребята, оттуда пишу. И прямиком в люлю, блин, чтобы завтра хоть немножко выспавшимся быть. Вот, мне даже язык еле ворочается. Вот. Я, если честно, я уже просто думал, сейчас лягу и не буду ничего. А потом, блин, ну как так же, ну хотел же ребятам, вот так-то, так-то. И сам себя заставил сесть. Как говорится,
жертвуя своим сном, я, ребят, заставил себя сесть, записать эту серию. Да, я не спорю, мямля-мямля, я сейчас просто, ребята, башка не варит, могу пороть чушь полную. Ну, серия снята будет, это я тебе гарантирую. И опять же повторяю, ребят, что выложена она будет не сегодня и, возможно, даже не завтра, а, скорее всего, на выходном. Так опять же, выходной у меня, блин, там короткий выходной. На тренировку сходил, пришел, на следующий день тебе уже в ночь. Ой, сам понимаешь, да? Что ты делаешь, Рей? Нафиг ты так тупишь? Вот. Ну, тут все идеально. Даже написано «Идеальная победа». Так, ребят, переходим, наверное, 55-е, да? 53-е. Ага. 53-е место. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. О, ребятушки, по-моему, там еще один поединок, и все. И все. Ну, плохо, конечно, я ничего не говорю, плохо. Сейчас самое бесявое, что я не успею, ребята, до буста сыграть. То есть вот сейчас я играю. Какой у меня сейчас результат будет? Тот результат будет у нас на 3 часа дня. Потому что меня не будет, ребята, дома. Буду на работе и... Ой, соответственно, я не смогу проконтролировать игру. Ну давай ты, господи, мне 16-21. Чё ты мне на 15-20-то зациклился? Эй. Ты посмотри, а. Раз, два, три, четыре. Слушай, нет, друзья мои. Еще целый поединок у нас будет. Блин, нафиг я тогда взял сюда топчика всех. Ай. Рэй, ты как всегда в своем, блин, репертуаре. Нафиг взял всех топовых бойцов, блин, в одну битву. Молодец. Не понял. Вот так вот. Как говорил один мой знакомый, лежать бояться. Ладно, двигаемся дальше. Потихонечку, полигонечку. 31-я позиция. И последний, ребята, вот теперь точно уже последний поединок, потому что там остался шапочный разбор. Раз, два, три, четыре. Да что ты будешь делать? Ой, ребят, раздевался капитально. Капитально. А я тебе говорю, потому что я вчера ночь не спал, ребята. То есть, по большому счету, это больше суток. Каким я еще должен быть? Конечно, вареным. Я говорю, если бы не мое обещание сделать сегодня серию, я бы уже бы спал бы. Десятый сон видел. Единственная проблема, что я сейчас нажрался мандаринов. Целую кучу мандаринов слопал, и что-то мне так немножко подташнивает, как бы скажем. Так, хиляться будет, что ли, нет? Вот так бомбанем. И все. Вот. Вот он, ребятушки, нейтрализатор. Сработал. Все. Лига Сёгунов. Две звезды. 35 осколков, ребята. Нормально? Нормально. Даже если нас скинут на одну единицу, все равно 25 осколков мы с тобой получим. У меня даже нет сил, ребята, идти на испытание. Блин, вот честно скажу, а. Так, пройдите серию испытаний, забрать. Так, теперь пойдем в поединки. Хотя, подожди, давай вначале мы сделаем с тобой вот тут вот. А у меня охота за эксперт снаряжением. Получил. Так, а дальше-то что? Подожди. Дальше, ну, Алапекс мы не прокачаем, это однозначно. А Рафаэля? Оригинального. Так. Знаки нам нужны, да? Раз.
Второй номер. Третий и последний. Опа. Да, ребят, до шестой ступени. Прекрасно. Так, три геймпада. Не понял. Ай. Биту же надо вначале выиграть, да? Чтобы ее можно было фармить. Я на автобой поставлю. Я больше уверен, что они здесь сами разберутся. Но вторая волна. Что-то зевота на меня напала. Не детская, друзья. Ой, не детская зевота напала на меня. Так. Самый ватный, мне кажется, да? Все. Вот и кончилось зимнее лето. Вот и все. Такс. Нет, новый уровень. Хотя новый уровень надо, ребят, поднимать. Так, нам нужно два, получается, да? Так, один есть. Второй есть. Угу. Так, с геймпадами разобр... Блин. Все, разобрались. Шесть шляп с напитками. Раз, два. Три. Четыре. Четыре. Ну, блин, давай. Четыре, пять и последний. Шесть есть. Так, друзья мои. И четыре. Четыре фонарика. А, пиццы нету. Пиццы нету. Пицца тайм. Так, раз, два. Ой. А про сложные бои. Пипец, Рэй, ну ты даешь, блин, ну ты тупик, а? Ну ты тупик или чё, а? Ой, ребята, про эти-то забыл. Господи ты, боже мой, а? Фонарики, блин. Давай, фонарики, твою налево. Погнали. Так, фонарики. Раз. Два. Нет, какой два? Два. Так, по-моему, нам надо еще, да, один, нет? Все вроде бы. Ты, твою налево. Ну... Блин, понятно. Да, не дают, ребят. Лимит закончился. Но этого мне достаточно, чтобы забрать здесь наши награды. Так, ребят, все, я больше не могу. У меня уже... Я сейчас просто упаду на стол. Я думаю, вы меня поймете, войдете в мое положение, ребятушки. Ну, на сегодня я буду закругляться. Мы с вами обязательно увидимся на следующей неделе. И надеюсь, в наилучшем, как говорится... образе для меня. Я только сейчас заметил, что услышать там какой-то шип. Ну, не везде тут шипы, но именно на пальце. Вот. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.